Доброе утро. У нас наступил второй день. Мы уже позавтракали кашей. И когда доставали батоны, мы увидели, что батоны были очень хорошо упакованы. Теперь нам надо будет пойти вот по этой реке, километра 3. Тоже пойдет? Видимо, с нами. Так вот, мы идем дальше. Мы двинулись вверх вдоль реки. Тропа шла то по высокому крутому берегу, то спускалась вниз к воде. Много торчащих из земли корней, палок, скользкие камни. Поэтому шли не спеша. Иду замыкающим, поэтому снимаю только попу. В верховьях реки Серебрянки есть небольшие симпатичные водопады с кристально чистой леденющей водицей. Кто согласен, что Серебрянка — это круто? Лайк под видео! Начиная с высоты 900-1000 метров над уровнем моря, Канжиковский массив покрыт горной тундрой и каменными россыпями, так называемым крумником. Раньше я скептически относился к трекинговым палкам, но сегодня я их оценил. Классная вещь. Ощущаю себя длинноногой фиговиной из Half-Life. Тут, оказывается, есть вполне приличная дорога. И для чего мы тогда поднимались вот здесь? Но там интереснее. Чем выше, тем больше захватывает дух от увиденного. До вершины Серебрянки осталось уже совсем немного. А еще с утра мы были где-то там, далеко внизу. Вон он, Серебрянский камень, осталось совсем чуть-чуть. Вершине Серебрянского камня. Высота больше, чем 1300 метров над уровнем моря. Мы выше облаков. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видосы. Изучайте край, родной, друзья. Всем пока!